Ну, наверное, вот основные вопросы, которые я бы хотел обсудить, да, спросить, мы обсудили. Наверное, такой еще вопрос задам, относящийся немножко, наверное, не по теме. Когда мы раскрываем эти знания друг другу, когда мы раскрываем такие, в общем-то, с одной стороны, скрытые, с другой стороны, простые секреты, да, в том числе Фибоначчи, в том числе золотое сечение и так далее. В общем-то, это мы же знаем, это же и так есть в мире. Ну, просто не каждый догадывается, что эти вещи можно использовать не только там в духовных практиках, и знать их, и также и в социальной, в финансовой сфере. А когда мы этим друг с другом делимся, все больше и больше людей будут становиться независимыми и счастливыми. Как на это будет реагировать, в том числе, руководящая сфера, государство? И почему вообще государство может быть не заинтересовано в том, чтобы люди это знали? Потому что это же есть, это же открыто. Кто-то этим пользуется, а кто-то... Или люди сами не берут эти возможности для себя, а они просто лежат у них под ногами, они их не поднимают. Как вы считаете? Ну, я думаю, в первую очередь, все-таки эта массовость, она всегда была, знаете, была когда-то. Если мы как бы все одной массой, одной энергией начнем заниматься какой-то практикой, то это будет иметь значение очень большое. Поэтому всегда есть борьба темных и светлых сил. Кто кого перевесит, на чьей стороне численность, будем так говорить, ну, те тогда будут перевешивать. Мы все-таки живем в Кали-югу. Хотя сегодня у нас мини-сатья-йога, золотой век, как говорится. Нас не научили, повторяю, меня во всяком случае, и не думаю, что и сейчас что-то изменилось, как думать-то по-другому. Ну, просто как-то, наверное, с прошлых воплощений это все было. Опять же, здесь есть такая возможность думать по-другому. А там просто, ну, знаете, как, вот, не высовываться, быть как все. Почему это выгодно же там? Я имею в виду кому-то. То есть массой, которая ничего не знает, легче управлять. Мы все жили в квартирах, где потолки были довольно низкие. А что это означает? Простор должен быть, простор мышления. И давит на нас вот это все. Вот как бы здесь потолки довольно большие. Но все равно это все внутри нас. Мы можем этот простор раскрыть. Это все как бы наша задача вырваться за пределы. И поэтому это все от нас зависит, это не правительство. Правительству интересно, чтобы мы этого не понимали. Точно так же, как и на стак-маркете. Интересно, чтобы мы этого не знали. Поэтому почему? Ну, все же мотивированы, мы знаем, все же мотивированы только одним. Это же маркетом двигается, биржа двигает две силы. Это жадность и страх. Страх проиграть. А жадность выиграть еще больше. Вот там как раз это принцип казино. Вот. Почему люди проигрывают, идя в казино? Они проигрывают не потому, что хаос выигрывает. Хаос, да, он выигрывает. Конечно, там так специально сделано. Но если мы туда идем и мы боимся проиграть, мы притягиваем в себя вот эту боязнь. То есть мы проиграем. А по статистике, во всяком случае, в Соединенных Штатах, больше всего выигрывают, знаете, кто в казино? Пенсионеры. Они заслужили право не бояться. Они себя заработали. Если они едут туда, то они едут туда для фана. Они не едут туда выигрывать. Они уже себе всю свою жизнь заработали. Если они проиграют там сколько там, 100-200 долларов, то они получают фан от этого. Они себе выделили это. А те, кто едут туда целенаправленно выигрывать и боятся этого, они проиграют. Поэтому то же самое на маркете. Боязнь проиграть ведет к тому, что мы проигрываем. А страх вот это, да, а жадность, ну, как сказать, вот мы не можем остановиться на том моменте, где мы хотим остановиться. Но давайте мы для себя определим, мы хотим получить там, ну, кто сколько, кому чего сколько надо. Ну, чем больше, тем лучше, но не до без конца. Просто надо, конечно, пользоваться возможностями. Скажем, когда я выиграл вчера, там, у меня было сколько там, в 7 утра у меня было, маркет еще 1,5 часа должен открыться, а у меня в 7 утра уже было где-то, ну, не помню, 850, да? Ну, конечно, можно остановиться. 850 за один день – это много по любым меркам. Но я вижу возможность, то есть я получил такую возможность. И почему выигрывают профессионалы? Потому что они вовремя останавливаются. Они не ждут, когда вот удача развернется и ты пойдешь, а вдруг нет. Вот они выигрывают. То есть они проигрывают мало, а выигрывают много.
Поэтому я пользовался вчера такой возможностью, и я всегда, все время играл по-русски, это называется игра на понижение. То есть я сделал 43 трейда, 43 раза вышел, и все они были на шорт-сайт, это называется, на понижение. Хотя маркет шел вверх, что самое интересное. Если проанализировать, сколько поинтов там, пунктов он там упал или поднялся, так, с таких денег как бы очень трудно выиграть. Но это означает, что вот, скажем, если мы идем вот отсюда сюда, то мы же можем идти сюда, 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 сюда. То есть отсюда продали здесь, упали, купили здесь, продали здесь. То есть вот это расстояние, общий подъем будет, если купили здесь, а продали здесь, меньше, чем если бы мы продали здесь, купили здесь, продали здесь. То есть, естественно. Вот. Когда мы пользуемся такой возможностью, мы это делаем, только надо просто всего лишь понятие иметь в этом, и это несложно, поверьте, несложно. Я тоже не, это, скажем, там, не семипядий, техническое образование здесь не надо. Здесь просто надо какая-то логика. Но самое главное, здесь надо просто по-другому к этому относиться к вопросу. То есть просто, особенно люди, те, которые занимаются практиками, кстати, духовными, у них шансов есть намного больше. Почему? Ну, они понимают, для чего, первое, они для чего это делают, для большего, для блага какого-то. Второе, они, скажем, имеют интуицию. Вот. Поэтому это тоже как бы надо, и это серьезный момент. Если у нас есть такое, вот отсюда, это называется gut feeling, вот идет отсюда, с манипуры, допустим, да, вот чувство есть о том, что она идет, и мы вот тут чувствуем о том, что вот мы сейчас победим, то даже и временное какое-то падение не позволит нам проиграть. Ну, все должно быть в разумных пределах. И, конечно, надо было бы, чтобы кто-то был, ну, как везде, в общем-то, раньше у всех людей на Земле был гуру, и всегда у всех. А сегодня каждый сам для себя гуру, ну, счастливые люди, те, кто это понимают, и которые не отвергают, что есть люди, которые ну, что-то знают больше, ну, в данном аспекте, не везде. Тут много нюансов есть. Вот, поэтому, если кто пожелает, вот с вашей, скажем, там, вашего нетворка, то нет проблем. У меня миссия сегодня. В Индии мне было дано счастье такое узнать, мое предназначение личное. Я знаю, теперь я сам как бы нумеролог, я сам знаю, о чем идет речь. Вот как может человек, допустим, у которого хороший Меркурий, не быть хорошим менеджером и не быть хорошим продавцом, и не иметь чувства юмора? Но для этого должен быть, у него пятерка должна быть. Вот. Вот сегодня, кстати, сегодня какой день? Сегодня среда. Среда. Среда у нас что? Это Меркурий. Это все зелененькое. Вот я вот видите, весь зелененький. Тут зелененькие там. Вот. Майка зелененькая. И вот это зелененькое. Вот. То есть это энергия дня. И это просто помогает, понимаете, как? Она помогает. То есть шансов просто больше. Не значит, что это вот все здорово, замечательно, и мы сейчас. Вот. Но тем не менее, те люди, которые родились, скажем, 5 числа, 5, там, 14, 23 числа, они сегодня рулят, это сегодня их день, особенно если он попадает как раз на среду. Вот завтра будет Юпитер, это будет другой цвет, другая энергия и так далее. То есть много нюансов, сразу говорю, но они все очень, во-первых, интересно это познавать вещи, которых мы не знаем, это здорово. Познавать. Причем для блага, это же высшие законы, это не то, что там. Технически можно научиться всему, чему угодно. Пошел в колледж, тебя научат. Будет ли это работать для тебя, мы не знаем. Поэтому очень часто люди, и я в том числе, там, закончил вуз свой когда-то там, думают, ну, поработал, да, там, простым советским инженером, ведущим, да неважно, не имеет значения. Но это же не мое предназначение, теперь-то я это знаю. Поэтому вот тут есть очень много нюансов, что мы будем познавать, если будет желание. Да, Михаил, благодарю еще раз за интересную беседу, за очень важные моменты, которые для меня в том числе многие вещи интересно открывают для наших слушателей. Уверен, также будет интересно. Пускай это наша сегодняшняя беседа будет начальной встречей, который будет способствовать другим нашим встречам, мероприятиям,
на различные темы, в том числе и финансовые. Этим интервью мы приглашаем всех наших участников проекта записаться предварительно на следующую встречу с Михаилом, кто, да, действительно заинтересован здесь в этой теме более подробнее узнать. Еще раз повторю, под этим видео и под этой страницей, где будет размещено это интервью, будет ссылка на предварительную регистрацию. О конкретных датах и о конкретном времени я предварительно всем сообщу, и мы с вами на следующей встрече с Михаилом также уже вживую, ну, в смысле, вы сейчас смотрите в записи, да, пообщаемся вживую, можем будет задать все вопросы, пообщаться и так далее. Вот, на этом я заканчиваю нашу встречу. Очень о многом еще хочется поговорить и много обсудить, но сейчас мы закончим, чтобы продолжить в следующий раз обсуждать эти темы. Еще раз искренне благодарю. Михаил, до связи, до встречи. Спасибо, спасибо, Дамир, спасибо, дорогие друзья, и всегда, пожалуйста, будем общаться. Всего доброго, благодарю. До свидания.